Всем привет! Вот и подошел к концу наш отдых на Пангане. Сейчас находимся в Хуахине. Но хотелось бы пообсуждать, какой же пляж предпочтительней, безопасней. Какой пляж лучше все-таки на Пангане. Итак, начнем. Друзья, предлагаю мой топ 5 лучших пляжей острова Панган. 5 место. Пляж Bottle Beach. Пляж расположен на севере острова. Минус этого пляжа – труднодоступность. Мы добирались морем. На одного человека стоит 150 бат в одну сторону. Все, подходим уже. Bottle Beach. Горлышко бутылки. А вот и бутылка. Народ уже купается. Вот он такой Bottle Beach. Оказалось, что на этой стороне, с правой стороны, если смотреть на море, очень много камней. Вот он распиаренный Bottle Beach, куда стремятся многие люди. Ну чё, как пляж? Нормально. Ты мне скажи, как дно здесь? О. Ну да, песочек здесь. Но здесь хоть камней нету, ежей нету? Здесь ничего вообще нету, только дальше там камни есть. Ну это хорошо, что здесь глубоко. Да. Там-то вообще мелко было. Если смотреть на море, то с левой стороны пляж более-менее нормальный. Пляж Bottle Beach не впечатлил. Так-то, конечно, красивый пейзажик. Здесь море более-менее можно купаться. Но тоже не глубокое. Подальше надо заходить, там поглубже. 4 место я даю пляжу Хадрин. Пляж расположен на юго-востоке острова. Пляж Хадрин очень хороший, но минус заключается в том, что очень много людей. Вот это он и есть, Хадрин. А вот прямо на пляже на этом проводится, в полном пати. Волны. Окружен данный пляж горами. Классный пляж. Песочек мягенький, светленький. Сейчас пройду по морю. Водичка чистая-пречистая здесь. Чуть-чуть песочек поднимается, а дальше там вообще классно. Опа! Ништяковский пляж. Вот такие бесстыжие русские отдыхают на пляже Хадрин. Пляж достаточно глубокий, не сказать, что он сильно глубокий, но вполне нормально, можно пройтись и дойти до глубины. В самом центре, где ты заходишь, расположение людей следующим образом. Самые фигуристые, самые там с кубиками на животах, загорелые, сисястые, жопастые, там с фигурами. Они все там концентрируются. Далее по периметру людей количество уменьшается, но зато увеличивается количество самых обычных, толстеньких, не загореленьких, каких-нибудь там неформальных. Зато пляж весь усеян осколками от стекла, битые бутылки везде валяются. Ух ты, хороший видок отсюда. Итак, тройка лидеров. Третье место достается пляжу Тонг Най Пан Ной, расположен на северо-востоке острова. А у Тонг Най Пан Ной. Ну вот, вы подъехали к этому пляжу. Не такой здесь песочек, как там. Я такой люблю песочек. Любишь? Да. Там плавнее, тут как-то под углом, да, морю. А там вообще ровненько было. Что этот песочек? Здесь песочек не такой, он горячий. Там белее песочек намного. Вот отличие. Отличная здесь водичка. Дно тоже классное. Посмотрите, вода бирюзового цвета. Там видно много отелей. Хотя заход плавненький. Купаться очень удобно. Я нашел здесь душ. А вот здесь пляж уже более цивилизованный. Вот такой здесь ресортик находится. Песочек покрупнее, чем на предыдущем пляжике. Зонтики, лежаки. Везде ресторанчики, кафешечки. Небольшой красивый пляж, местами с глубоким морем и плавным заходом по ровному и твердому песочку. Пляж далеко от основных туристических троп. Пляж моментально западает в душу и не оставляет шансов на негатив. Вы его полюбите. Второе место достается пляжу Садет, который расположен на востоке острова Панган.
Потом мы, наверное, все-таки на Садыт съездим сегодня. Вон туда, на Садыт. Национальный парк. Нет, я имею в виду спускаться пойдем. Да нет, вот, сейчас увидишь. И вот он, Садыт. Вот здесь глубоко, можно поплавать. Я же говорил, хороший пляж. Иди. Иди давай. Да это разве волн, Наташ? Там-то нет волн. Это сюда, прибой. Вообще шикарно. Мне понравился этот пляж. Не Кадрин, конечно. В Кадрине там водичка изумрудная. Вход в море крутой, глубина практически сразу. Песок твердый, без камней и кораллов. Медуз и планктона тоже не было. Пляж расположен в небольшой бухточке, окруженной красивыми скалами, с которых открываются великолепные виды на море, лагуну, джунгли, пляж. Вот отсюда шикарнейший вид. С этого ресторана. Вот она, смотровая площадочка. Фу-ху-ху. Вот это классный видок. О! Отсюда видать. Цены дорогие, пиво 80 бат стоит. А это сколько? 100? 120. 120? Пляж Садыт удален от населенных пунктов. Инфраструктура минимальна. Хотя есть бунгало совсем необходимо. Наташ, я нашел нам жилье с тобой. О, какая халупа. Бесплатное жилье. Есть матрас. Солнышко зашло. За деревья. Народу маленько поубавилось. Но все равно здесь классно. Все-таки я ставлю там пляжу 5 баллов. Далековато ехать, правда. Надо здесь, если что, снимать бунгало и оставаться здесь. И на первом месте пляж Тотгнай Паньяй. Расположен на северо-востоке острова Панган. Мы находимся сейчас вот здесь. Хорошая бухточка, да сейчас мы, наверное, здесь и развалимся. Дно исключительное, вообще кайфное. Водичка классная. Вот как бы заходишь сначала по пояс. Чуть проходишь, а там уже глубина. Ни единого, ни водорослинки, ничего, как в бассейне. Очень чисто. Не, водичка шикарная. И нет вот этого вот как на Малибу ощущение, что она стоит спереди. А, ну да, как да. Как будто грязная. В Малибу здесь там залив нет. Искусственный, поэтому она настоящая вода. Вот одна лагунка. И там другая лагунка, там другой пляж. Пляж, да? Да, там другой пляж, а это один залив. Вон тот пляж называется Ной, этот я, Найпан. У них общее название, Тонг Найпан. А вот мы нашли и душ. Ну и огромный. Вообще шикарно. Можно помыться, классно. Это мне нравится. Есть обменники и банкоматы здесь. Проезжали мы через деревушку, наверное, деревушку все-таки назвать. Магазинчики есть, 7-Eleven, кафешек очень много. Самое главное, чистая вода, прозрачная. Вот есть каяки, в аренду можно взять, 120 бат стоит 1 час, вообще классно. Море особенно мне нравится здесь, чистенькое, светленькое. С маской поплавал, красота. Ни ежей не видно, ни другой гадости в виде кораллов острых, да ракушек, которые могут повредить ногу. Восточное побережье острова Панган, и именно эта лагуна Тонг Найпан, лучшее место для релакса и пляжного отдыха. Если подытожить все впечатления от пляжа Тонг Найпаньяй, то этот пляж можно пока поставить на одну верхнюю ступеньку с соседним пляжем Ной, а также с пляжем Садыт, который также нам очень сильно понравился. Добираться до этих трех пляжей практически одинаково, только вот на Садыт вход платный. Каждый выбирает, что ему по душе. Для детей здесь вообще кайф. И причем песок чистый. Чистая вода. И волн нету. Мошкары тоже нету. Москитов нету. Планктон не кусается. Вот только рыбочки. Рыбоньки плавают. Кайфно. Нет, здесь действительно шикарно.